Всем привет, с вами Денис, и вы на канале SoundProLab. Ролик про интегрированный полный усилитель Premiere A2 вызвал у вас большой интерес. И вы же просили рассказать про флагманскую на данный момент модель от компании MMS Premiere A3S, где S — это стриминг. Сегодня об этом и расскажем. И давайте, не буду строить лукаво, по стандартной схеме разберем, что из себя представляет данный усилитель. Это флагманская модель, а следовательно, здесь больше всего. По сравнению с Premiere A2, первое, что бросается, это размер стрелочных индикаторов. Они тут теперь огромные, самые большие в классе. Не будем на этом останавливаться, это хорошее дизайнерское решение. Больше об этом говорить уже нет смысла, все в прошлом ролике сказали. По органам управления в целом все то же самое. Кстати, громкость регулируется точно таким же образом, видите, как и в прошлый раз. Я считаю это красивое решение. Здесь тембр-блок, он отключаемый, замечательно. Баланс тоже можно регулировать. Тут выбор входов. Есть пульт управления, на нем то же самое можно выбирать. Есть выход на наушники, есть подключение USB, флеш. Но в этот раз, так как данный усилитель обладает еще и стримингом, и приложением, то можно уже намного более простым способом проигрывать музыку, прям глядя на то, что записано на USB-носитель. Это замечательное дополнение. Это здорово, проще говоря. В целом, здесь по передней панели все прекрасно понятно. Стриминг, кстати, активируется самостоятельно. То есть, если мы через приложение его запускаем, он начинает работать. Все остальное выбирается с помощью пульта, либо с помощью пальцев. Ну и да, отключаемый тембр-блок, это тоже, кстати, большой плюс. И то, что он есть, это тоже большой плюс. Все мы понимаем, в этом ценовом сегменте он просто быть обязан. Давайте разберемся, что у нас там на тыльной стороне. На тыльной стороне целое богатство. Балансные и небалансные выходы. По балансным почти то же самое, то есть у нас есть MMMC фонокорректор. MM фонокорректор замечательный и в нужном в этом ценовом сегменте, в принципе, можно пользоваться смело им. Он слегка яркий по подаче, но это в плюс в этом ценовом сегменте, потому что он будет работать с такими вот иглами. Это плюс. MC фонокорректор работает. Он вполне хорошо работает с головками начальными MC. Его можно использовать, но я считаю, что с MC головками в любом случае потребуется отдельный фонокорректор. Но данная возможность дает нам вначале приобрести головку, послушать ее, а потом уже отдельно приобрести фонокорректор. Так что функция замечательная, слава богу, что есть. Также есть тумблер, который отвечает за переключение между балансом и небалансом. Также есть, в принципе, выход на сабвуфер. Тоже замечательно. Легко построить трифоник и легко использовать данный усилитель. По сути, как стереоресивер, подключая по HDMI к телевизору, подключая сабвуфер, можно сделать вот такой вот 2.1 кинотеатр. Это плюс, и слава богу. Также есть возможность подключения магнитофона и выход на запись. В общем, полный праздник аналога, как и в A2, здесь все сохранилось. Но помимо аналога здесь есть и цифровые входы. Помимо HDMI ARC, который я уже упомянул, здесь есть коаксиальный и оптический. То есть мы сюда можем подключить и CD, и стриминг в виде транспорта, если потребуется. Хотя в нем стриминг тоже есть. Как мы можем заметить по этим входам, здесь уже используется цифроаналоговый преобразователь другого уровня, а именно от ESABER, это 9018 K2M, 32-битные технологии HyperStream, 32 бита на 386 кГц. Хороший, приличный, уже хороший ЦАП в этом ценовом сегменте. Все замечательно. Работает с DSD вплоть до 256, работает с PCM потоком. Все хорошо. Также здесь клеммы. Клеммы уже еще выше уровнем. Прям хорошие терминалы для подключения акустики. А, Б. Там есть включения, могут работать и А, и Б, либо А или Б. Ну, понятно. Стоит отметить, что соединены они по максимально короткому пути, без кислородной меди. Все продумано. Вообще, внутри
усилителем, мы вам покажем начиночку. Нету никаких шлейфовых соединений ненадежных, все пропаяно бескислородной медью кабелем, все сделано очень даже пуму. Что, кстати, стоит отметить, про стриминг уже несколько раз сказал. Да, данный усилитель обладает собственным стримингом. Он сделан на платформе Link Play, там, той же платформе, которая использует WinAmp. Чуть несколько урезанном виде, но есть все основное. Есть поддержка Apple AirPlay 2, есть поддержка всех стриминговых сервисов, таких как Tidal, Napster, Kaboos, Deezer и так далее. Все это нативно через приложение. Вы можете этим пользоваться. В приложении используется Audio System, хотя в приложении WinHome он, естественно, тоже виден. А также он поддерживает DLNA, и, естественно, можно использовать DLNA плееры, тот же Bubble UPnP. Все работает, все определяется, можно спокойно играть через DLNA плееры. К сожалению, нет Chromecast, но таковы реалии. С другой стороны, поддержка Link Play дает, во-первых, возможность это включение мультирум. Apple AirPlay 2 тоже дает возможность включения в мультирум. А самое главное, это модуль довольно-таки гибкий и может настраиваться. И самое главное, данный аппарат со временем может даже прирастать функциями. Так что инвестиция в будущее. Выбор стриминговой платформы абсолютно очевиден, объективен и совершенно правильно, что сделано именно так. Ну а внутри у нас массивный, здоровенный фирменный торгоидальный трансформатор на 450 Вт. Усилитель обладает мощностью 110 Вт на 8 Ом. Это уже очень приличный в плане производительности усилитель в классе АБ. И опять же, культура производства мне лично нравится, как все сделано, все на отдельных платах. Максимально грамотно спроектированный усилитель. И что мы имеем в данном ценовом сегменте? Крайне функциональный усилитель, который обладает и стриминговыми возможностями, и расширенными аналоговыми возможностями, и расширенными возможностями коммутации, возможности подключения любых видов источников, и сам он при этом обладает возможностью быть источником цифровым уже приличным. И, естественно, я слушал как из внешних источников, так и с аналоговых, так и использовал приложение Audio System и слушал Kaboos через него. И по звучанию он меня обрадовал. Ну, совершенно не стыдно рассказывать про эти усилители, что про А2, что А3 — это крайне достойные усилители в классе АБ. Хороший контроль акустики, приличная сцена, здесь больше воздуха, больше детализации, за счет большей мощности он дает большую прозрачность. Ну, это, кстати, вполне логично. То есть не только контроль акустики улучшается, но и... Так как здесь и ЦАП приличный, и как источник он хорош, и большая мощность — это действительно хорошо звучащий аппарат, который не привносит лишнего в звук, он просто делает свою работу, качественно воспроизводит фонограмму. За счет мощности здесь большой спектр возможностей подключения разной акустики, как полочной, так и напольной. Он с ней справляется без каких-либо проблем, и работу свою выполняет здорово. И что в нем хорошо, вы к нему можете подбирать акустику, которая нравится именно вам. Он не будет приносить лишнего. Характер акустики будет в первую очередь выходить на первый план. При этом он ее будет хорошо контролировать. Он даст ей достаточно мощности, чтобы она раскрыла всю красоту фонограммы. И в итоге у нас отличная линейка усилителей получилась. А1 — это усилитель, который... идеален в своем ценовом сегменте, потому что он единственный в классе АБ, который можно приобрести для полочной акустики недорогой, подключить к нему хороший винил. Замечательно. А2 — это уже такой нормальный true аналоговый усилитель для работы из полочной и не самой сложной напольной акустики. И вот А3 — усилитель, который сочетает в себе и богатство аналоговых возможностей, и цифровых, и при этом готов работать с любой и полочной, и напольной акустикой, мощности достаточно. И вам никто их не навязывает, но вы можете прийти послушать и получить крайне функциональное устройство. Разве это плохо? Да, по-моему, это замечательно. И замечательно, что такая линейка у нас есть, это еще не конец. Я надеюсь, что линейка будет развиваться, обрастать функциями, обрастать моделями. А то, что уже есть, это хорошо, это наш рынок подвинет вперед. Есть возможность выбирать
приходите и выбирайте к нам. А на этом у нас все. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Также подпишитесь на канал, поставьте лайк, подпишитесь на другие наши каналы в других соцсетях. Ссылки внизу. Всем пока, с вами был Денис, до новых встреч.